Меня зовут Артем Серов, я генеральный директор 12-го телеканала «Город Омск». Я принял вызов от своего коллеги, директора НВК Саха-Якутия Олега Маркова, и присоединяюсь к акции, приуроченной к 75-летию Великой Победы. Наберите, пожалуйста, кто-нибудь мне. На свой телефон в качестве звонка я уже установил одну из любимых своих военных песен. И теперь я бросаю вызов генеральному директору телеканала «Иртыш» Елене Ильиничне Маренис и генеральному директору Омского радио Игорю Заверюхе. Присоединяйтесь к акции, скачивайте на свой телефон звонок, любимую песню военных лет, снимайте это все на видео и выкладывайте в интернет с хэштегом «Рингтон Победы».